Сегодня я бы хотела поговорить об интеллекте и о средней температуре по палате. Видео это будет очень коротким. Дело в том, что мне пришло несколько, когда я призвала комментариев, несколько очень негативных комментариев, в том числе некультурных, о том, как я такая сякая, могла в одну почву перемешать тотемизм, шаманизм, буддистов и кришнаитов. Я сделала это намеренно. Я вам объясню, почему. Потому что для простого россиянина, который зарабатывает 10 тысяч и выпивает каждый день 4 литра пива Очакова, поверьте, для него вот как раз этот уровень. Для него есть басурмане, есть православные, есть вот какие-то эти, которые кришнаитские конфетки едят и медитируют. Поверьте мне, обычный человек не понимает. Если мы говорим об интеллекте, это в том числе способность осознавать, какая у тебя целевая аудитория, и осознавать, что где ты находишься. Где ты находишься? Если вы мне не верите, что вот все так вот, как есть, я не говорю, что это плохо или хорошо, почитайте в паблик Мурзилка, почитайте паблик Россиянство. Если вы считаете, что они очерняют там наших граждан, просто выйдите на улицу, зайдите в метро, съездите в Пермь, в Псков, в Тверь, посмотрите в светлые лица наших сограждан. Этим людям не интересен Кант и Лакан. У них немножко другой уровень, и это нормально, это не делает их плохими. Опять же, почему Филипп Киркоров? Потому что туземцы реагируют на блестяшки. А если они видят белую женщину с белыми волосами, ну, сами понимаете. То есть, повторюсь, интеллект — это не то, какое и культура, это не то, какое количество книжек ты прочел, это осознание, где ты находишься, какие люди вокруг тебя, и что ты можешь для них сделать. Ну, это, в принципе, все, что я хотела сказать.